Дональд Трамп вновь спрогнозировал Третью мировую войну. Экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Айова ответил на ряд вопросов, касающихся как внешней, так и внутренней политики страны, в том числе в очередной спрогнозировав приближение Третьей мировой войны. По мнению кандидата в президенты США от Республиканской партии, мир еще никогда не подвергался риску развязывания Третьей мировой войны, как сейчас. По словам Трампа, Первая и Вторая мировые войны были ужасны, однако Третья мировая не будет на них похожа и может быть гораздо обширнее по своим масштабам, превратившись в аннигиляцию. В связи с этим экс-президент США напомнил, что в каждом своем выступлении говорит о том, что он способен предотвратить Третью мировую войну, так как я знаю всех этих людей. Отвечая на вопрос ведущий о том, что он думает о призывах кандидатов в президенты США вооружать Украину, чтобы война продолжалась, Трамп отметил: «Русские – это военная машина. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это то, что они делают». Экс-президент США также жестко раскритиковал своего политического оппонента, действующего президента США Джо Байдена, обвинив его в неспособности бороться со вторжением мигрантов. По его словам, тысячи мигрантов из разных точек мира пересекают границу США, и мы даже не знаем, кто они. По мнению Дональда Трампа, многие из них сидели в тюрьмах или лечились в психбольницах, но решить эту проблему, как считает кандидат в президенты США, Джо Байден не способен, поскольку некомпетентен. Все, что он хорошо умеет делать, это мошенничать на выборах и преследовать своих оппонентов, сказал Дональд Трамп.